Яков был нелюбим, как бельмо на глазу. И не зря шайтан Баклюр звался на Кавказе. Как в сухой траве огонь шли под флагом черным чудо-воин, чудо-конь, да с полком отборным. О, боялись полка горцы пуще смерти, мол, у них наверняка не бойцы, а черти. А с шайтаном нету нам никакого сладу. Даже сам Шамиль имам говорил с досады: как Аллаха мой народ так боялся рьяно, как страшится, что придет полк Баклю шайтана. То никто бы не грешил, чтили бы адаты, все бы были хороши, все бы были святы.